Всем привет! В этом видео хочу показать, как мы спасали маленькую бэби-черепашку. Это Snapping Turtles, такой подвид черепах. Они кусают очень больно и прокусывают палец, что мало не покажется. Мы с дочкой ехали за подружкой, и моя доченька очень глазастая. Она увидела на дороге, как черепашка переходила дорогу. Там... В часы пик бывает очень много машин, но в этот раз проехало, наверное, машин 5. И пока мы разворачивались, ехали назад, Лайла очень переживала, что черепашку приедут. Так вот, мы забрали черепашку, вот, и поехали в лесную полосу, там, где речка. И там проживает другой подвид черепашек, такие коричневые, с оранжевой окантовкой у них панцири. И привезли сюда черепашку. Сейчас мы ее отпустим. В общем, у нас очень много живности. Однажды ехала на машине, и косуля перебегнула через дорогу, и она перепрыгнула через забор. Наверное, у косули фамилия Козуля через забор ногу задерищенка, я так думаю. Так вот. Еще раз увидела, ночью ехала, и увидела, как полицейская машина остановилась. Оказывается, через дорогу вальяжно и медленно переходил бобер, поэтому нужно было милицейское сопровождение. Так вот, у нас живности здесь много. Так, сейчас наш капитан отправляется в дальнее плавание. Плывет к себе домой. Надеюсь, черепашке здесь понравится. Покажите свое видео деткам. И обязательно, если трогаете черепашку, мойте руки, потому что они переносят заразу.